Ну, пока, насколько можно судить с телефоном, валивает неплохо, да. Только чувак немножко подзадыхается на вокале. Тут стали разъезжаться немного гитары. Да, немного разъезжается, но так в целом для лайва, да, очень, очень неплохо. Кстати, да, сейчас этот, попалось, хотел сказать, друг скинул, ну, короче, попалось, да, в предложку, потому что мы смотрели эти темы с Титями, и вот тоже. Причем здесь сразу такой дисклеймер, да, что здесь professional video review forum function of... Типа, короче, это, видимо, видео, ну, показывает, ну, обозревает, видимо, формы и функционал одежды, и not mean to be sex, и, короче, ну, видимо, не имеет каких-то сексуальных этих подтекста. И некоторые, типа, прозрачные. Здесь дама такая с очень неплохими титями демонстрирует все дела. Вот, то есть это, я думаю, как раз что-то около пятерочки. I can't get enough of stuff like this, which is why I couldn't pass up this semi-sheer long sleeve. It stands. То есть очень, да, так не кисло, так. Удивительно, конечно, хитрый контент. Да, это вот достаточно забористые тити. Окей.